Приветствую, мстители. Сопротивлению удалось обнаружить еще одно хранилище щита. В этой зоне также замечено присутствие АИМ. По всей видимости, оно тоже его ищет. Найдите хранилище и заберите оттуда ресурсы раньше противника. Я не располагаю данными о точном местонахождении хранилища. Детектор сигналов должен поймать частоту щита, когда вы окажетесь неподалеку от него. Осмотрите территорию и обнаружите цель. Осмотрите окрестности и найдите хранилище. Детектор сигналов должен поймать сигнал щита, когда вы окажетесь рядом с ним. Все, как мы отрабатывали. Проследуйте в указанную точку. Директор Фьюри не отметил это хранилище щита на официальных картах. Найти его можно только с помощью детектора сигналов. Рядом расположен ящик с оборудованием. Сыграем! Ah!
Если вы хотите найти хранилище щита, обыщите окрестности. Вот они! Рядом с вами должен быть ящик с особыми материалами. Враг! Рядом должен быть ящик с оборудованием. Хватит! Чтобы найти... Теперь вы меня рассердите. Капитан Америка не остается. Тебе бы стоило. Мой рыцарь, сияющих тех на доспехах прибыл. Вот это не плохо. Сюрприз! Кажется, это все. Бьем неожиданно и наповал. Обнаружен противник.
Покажем им, что к чему. Не теряйте голову. Вижу технику АИМ. Еще порох в пороховнице. Попробуй, вернись!
Обнаружен противник. У нас гости. Не позволяйте себя запугать. Вот оно, прямо по курсу. Одному из членов сопротивления неподалеку от вас требуется помощь. Ладно, детишки, перерыв. Покажем им, что к чему. Разберемся с ними. Обнаружен противник. Есть. Тео, за работу. Теперь ты в безопасности. У нас гости.
Даже как-то жалко, что все. Внимание всем! Неподалеку от вас находится элитный боец АИМ. Уничтожив его, вы можете обнаружить что-нибудь полезное. Мало не покажется! Зайди тут, сладко! А вот тебе крышка! Бейте их! Отлично! Противник. Внимание всем! Делаем все как надо. А вот и подарок!
кажется, это пока все. Обнаружен противник. Вы обнаружили хранилище щита. Пожалуйста, пройдите внутрь и спуститесь на лифте. Автоматика вас узнала. Спускайтесь в зону активации. Когда все закончится, что станешь делать с золотыми акрами? Предлагаешь мне их отреставрировать? Ну, можно было бы отель там устроить. Это мое родовое поместье. 300 баксов в день не стоит того, чтобы пускать туда каких-то левых туристов. Да я так просто идею подкинул. И 300 баксов? Ничего себе у тебя представление об отелях. Неподалеку есть хранилище. Для начала активируйте его главный терминал. Запуск систем хранилища. Подождите. Хранилище по-прежнему закрыто. Чтобы открыть его, введите код подтверждения. Ожидаю первое подтверждение кода. Таймер процедуры подтверждения кода запущен. Ввод кода подтверждения. Ожидаю второе подтверждение кода. Ввод кода подтверждения. Процедура подтверждена. Запуск процедуры проверки кода. Хакер. Ввод кода подтверждения. Подтверждено. Ввод кода подтверждения. Подтверждено. Подтверждение кода. Подтверждено.
Они даже опомниться не успеют. Покажем им! Внимание! К вам направляется хакер. Несанкционированный доступ. Процедура подтверждения будет перезапущена. Проверка кода приостановлена. Ввод кода подтверждения. Подтверждено. Ввод кода подтверждения. Подтверждено. Ввод кода подтверждения. Подтверждение кода. Ввод кода подтверждения. Последняя процедура подтверждена. Делаем все как... Внимание! К вам направляется хакер. Мстители! Вперед! Спасибо за проявленное терпение. Осторожно, высокий порог. Задание выполнено.
а им не достанется содержимое очередного убежища щита. Отличная работа, мстители. В этом хранилище были важные материалы, и теперь мы оказались на шаг ближе к полному восстановлению щита. Наши разведчики продолжат искать такие хранилища. По нашим данным, это не последнее. Приветствую, мстители. Сопротивлению удалось обнаружить еще одно хранилище щита. В этой зоне также замечено присутствие АИМ. По всей видимости, оно тоже его ищет. Найдите хранилище и заберите оттуда ресурсы раньше противника. Я не располагаю данными о точном местонахождении хранилища. Детектор сигналов должен поймать частоту щита, когда вы окажетесь неподалеку от него. Осмотрите территорию и обнаружите цель. Они так ничему и не научились. Осмотрите окрестности и найдите хранилище. Детектор сигналов должен поймать сигнал щита, когда вы окажетесь рядом с ним. Рядом должен быть ящик с оборудованием. Перебой! Извините, по-хорошему не выйдет. Ну,
помогу. Я ранен. Крепление прибыло. Ай, молодца! А вот тебе бы стоило. У нас гости. Директор Фьюри не отметил это хранилище щита на официальных картах. Найти его можно только с помощью детектора сигналов. Сказочки конец. Обнаружен противник. Если вы хотите найти хранилище щита, обыщите окрестности. Проследуйте в указанную точку. Почему нас называют мстителем? Кажется, больше плохих парней не осталось. Вижу технику АИМ. Чтобы найти хранилище, настройтесь на его частоту и идите к источнику сигнала. Рядом с вами обнаружен особый противник. Победа над ним может принести вам ценные трофеи. Так-то лучше.
почему у нас называют мстители. Агенту щита рядом с вами нужна помощь. Идеально! Я молодец! Рядом расположен ящик с оборудованием. Помощь. Я сегодня просто в ударе. Есть чему вас за работу. Теперь ты в безопасности. Покажем им, что к чему. Они даже опомниться не успели. Да! Да сколько заживет! Thank you.
Вот оно, прямо по курсу. Делаем все как надо. Покажем их! Ладно, детишки, перерыв. Покажем им, что к чему.
Отлично! Пустяки! Царапина! Есть! У меня неприятности! Все будет нормально! Спасибо, дружище! Рядом с вами должен быть ящик с особыми материалами. Обнаружен противник. Контакт! Бейте их! Берегись! Извините, по-хорошему не выйдет. Противник убит. Его зовут Халбастер. У меня проблема. Я
Уже конец? Обнаружили хранилище щита. Пожалуйста, пройдите внутрь и спуститесь на лифте. Автоматика вас узнала. Спускайтесь в зону активации. Что Аим владеет правами на ваше имя? Нет, только на фамилию. А это разве не самое главное? Неподалеку есть хранилище. Для начала активируйте его главный терминал. Запуск систем хранилища. Подождите. Хранилище по-прежнему закрыто. Чтобы открыть его, введите код подтверждения. Ожидаю первое подтверждение кода. Таймер процедуры подтверждения кода запущен. Ввод кода подтверждения. Ожидаю второе подтверждение кода. Процедура подтверждена. Запуск процедуры проверки кода. Бьем неожиданно и на повал. Спасибо тебе.
Идет доставка Эми. Пожалуйста, отойдите от входа в хранилище. Идет доставка Эми. Пожалуйста, отойдите от входа в хранилище. Вот кода подтверждения. Подтверждено. Вот кода подтверждения. Подтверждено. Ожидаю третье подтверждение кода. Вот кода подтверждения. Подтверждено. Процедура подтверждена. Внимание, к вам направляется хакер. Несанкционированный доступ. Процедура подтверждения будет перезапущена. Пустяки! Царапина! Аплодисменты оставьте на потом! Боевое построение! Сюда! Будет больно! Вот кода подтверждения. Подтверждено. Вот кода подтверждения. Подтверждено. Вот кода подтверждения. Ожидаю четвертое подтверждение кода. Вот кода подтверждения. Последняя процедура подтверждена. Опомниться не успеет. Внимание, к вам направляется хакер. Эти! Таких, как я, больше не делают. Почему нас называют мстителями? Вот это было больно! Помогите мне! Запрос следующего этапа протокола открытия хранилища. Протокол открытия хранилища завершен. Открытие двери хранилища. Спасибо за проявленное терпение. Осторожно, высокий порог.
Задание выполнено, а им не достанется содержимое очередного убежища щита.